Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Очень рада приветствовать вас всех сегодня в такой прекрасный солнечный весенний день, в такой прекрасной аудитории. Я приехала из Нововолынска, и поэтому всем вам с Волынской земли привезла огромный-огромный привет от всей нашей дружной команды. С компанией «Амрита» я уже вместе год и 4 месяца. И вы знаете, с самого начала я очень полюбила нашу компанию и по максимуму стараюсь привить эту любовь всем людям, которые меня окружают, и всем тем, которые приходят к нам, к нашу команду, в нашу структуру. Моя структура очень активно использует все акции и все вот предложения, все программы, которые нам предлагает наша компания. И вы знаете, у нас есть хорошие результаты. И вот именно поэтому мне очень хотелось поделиться с вами нашими, скажем, наработками. Ну, я так понимаю, сегодня в аудитории собрались все лидеры, и все мы, конечно, знакомы со всеми нашими акциями и программами, не правда ли? Все мы помним и все мы знаем условия программы, акционной программы ЗИП, здоровье и красота. Знаем? Помним? Используем в работе? Прекрасно. Вы знаете, мы тоже вот одна из первых акций, одна из таких важных, ну, на мой взгляд, программ, все-таки программа ЗИК. Это первая программа, которую мы все активно используем, когда работаем, скажем, с новичками, когда работаем с людьми, которые еще не знают, что они будут уже с нами в нашей компании. Почему же эта программа так важна для нас, как для лидеров, как для успешных бизнесменов? Ну, на мой взгляд, конечно, люди, которые уже попали к нам в компанию, которые подписали соглашение и которые ознакомились с условиями этой программы, на целых 6 месяцев они уже к нам привязаны, не правда ли? Конечно, кто уже ввязался в это дело, скажем, получили первый свой подарок, хочется получить второй? Конечно, хочется, а третий, и четвертый, и так далее. Так что целых 6 месяцев они в наших руках. За вот это время, конечно, каждый человек уже успевает полюбить, оценить продукцию компании «Амрита». Есть такая возможность? Конечно, есть. Ну, а дальше уже все пошло как по маслу. Они уже с нами, они уже не хотят никуда, ни в какие магазины, никакой другой продукции мы уже не хотим пользоваться. Действительно, люди остаются с нами. А за это время кто-то уже успел получить денежное вознаграждение. Ведь нам платят как потребителям даже за то, что мы пользуемся продукцией. Есть такое? А когда появляются деньги, что происходит? Конечно, в бизнесе деньги – золотое слово. И вот тут уже, знаете, вот тех даже людей, ну, которые, скажем, в начале при подписании говорили, да это только для себя. Я там не буду никому ничего говорить, а буду просто пользоваться. А тут уже первые денежки пришли в руки. Конечно, начинаются уже вопросы, а что делать надо еще, чтобы этих денег было больше? Ну и, конечно, для нас какая выгода? Конечно, у нас уже вместо потребителей появляются бизнес-партнеры, надежные люди уже в нашей структуре. Как же мы вообще мотивируем людей на подписание, опять же, используя программу ЗИП? Вообще, конечно, у нас структура очень активная, и мы не сидим на месте. Мы все время куда-то ездим, у нас круиз по всей Украине, причем всей целой дружной команды. И где бы мы ни проводили презентации, где бы мы ни проводили какие-то встречи, конечно, мы начинаем ознакомливать людей с информацией, с возможностями, вот раскрываем наш подписной пакет и оттуда достаем вот эту красивую листовочку, программа ЗИП. Делаем так, все делаем так. Конечно, люди любят получать подарки. И когда есть возможность их получать, почему бы их не получить? Так вот, когда мы начинаем рассказывать за эту программу ЗИК, вы знаете, вот приведу такой пример. Ну, например, кто-то собрал, ну, скажем, своих подружек. Мы провели презентацию, но, конечно, есть инициатор, и есть вот первая, скажем, первая рука, да, я хочу подписать соглашение, я хочу стать членом клуба. А что говорят, скажем, те, которые пришли вместе с ней на презентацию? Мы тоже хотим, но мы будем брать, скажем, там на ее карточку, пусть она там регистрируется, мы будем брать у нее. Она нам даст со скидкой. Да, конечно, даст. Куда же она денется? Не будет же она на своих подушках зарабатывать, как обычно бывает. Но тут опять же мы с программой ЗИП. Она получит подарки, а вы? Разве это не мотивация? Конечно же, все, которые пришли на презентацию, тоже хотят получать подарки.
Конечно же, все подписывают соглашение, и уже каждый будет брать на свою карточку, и каждый будет получать свой подарок. Конечно, мы любим новичков, и мы понимаем, что новые люди в нашей команде – это всегда живая, свежая кровь. Поэтому мы целенаправленно работаем на подписание новых людей. Следующая программа – каждый месяц проходят такие программы, как акции месяца. Помните? Знаем? Акции какие у нас бывают? Акции по... Их несколько, правда? Акции по продуктовым наборам, акции, значит, по одноразовым закупочкам и акции за привлечение новых членов клуба. Вот, ну, например, когда идет акция по продуктовым наборам, как она нам может быть полезна? Есть возможность увеличивать наши объемы благодаря этим акциям? Конечно. Прямая зависимость, правда, от того, насколько мы поработаем с этими акциями и насколько увеличатся наши объемы. Ну, если, например, клиенты наши звонят и что-то заказывают из того, что входит в набор, что мы делаем? Конечно же, рассказываем, конечно, мотивируем, что добери еще там что-то, что входит в набор, и опять же получи свой подарок. Доберут? Доберут, обязательно доберут. От подарков никто не хочет отказываться. Или же аналогично по сумме одноразовых закупок. Если люди заранее знают, что вот на такую-то сумму на один раз взять продукции и получишь набор, если, например, последняя акция сколько у нас была? 250 плюс, да? Как ваши клиенты, на какие суммы давали заказы? 250. Не меньше, правда? 250, ну и больше. Никто не хотел давать заказ меньше, чем на 250, потому что действительно каждый понимал, что есть подарок. Вы знаете, я не знаю, как у вас, но у нас действительно за вот время вот этой акции последней существенно увеличились объемы. Мы это заметили. И когда, ну я еще кроме того лидер региона, когда вот мне дают заказы мои же лидеры, и очень четко было все распределено по 250 гривен, значит, на такого человека. И каждый заказ все больше, больше и больше были объемы. Ну и в результате месяц закончился, конечно, мы заметили значительное увеличение наших объемов. А как вам последняя акция? Так что сейчас их проходит в этом месяце, весенний сюрприз. Уже подписываем. Заметили уже результаты? Да. Заметили. Знаете, вот мы тоже очень заметили результаты, уже эта акция работает, уже действительно они есть. Если, например, подают заявление, и я вижу точно, четко вижу, что один и тот же спонсор, два новичка. И новичка именно с заказами, то есть уже подтвержденные конкретным объемом. И так, ну так много, в принципе, заявлений, которые уже подписали по два человека, увеличит наши объемы. Конечно, увеличит. Все это, конечно, очень хорошо, но есть вот такой один небольшой нюанс с акциями и предложениями. Они, конечно, могут сами по себе работать, но очень слабо. Без нашего с вами участия ничего не будет. И поэтому наша задача как лидеров, чем быстрее получить информацию, донести ее нашим лидерам, остальным членам клуба, научить наших лидеров, чтобы они быстренько передали эту информацию. Месяц так быстро кончается, только начался, уже этот трансфер надо закрывать. Но, конечно, лидер – это передатчик. Чем быстрее мы передадим информацию, тем быстрее мы получим классный результат. Есть такое? Что-что? Где-то с опозданием. Да, действительно, очень важно вовремя получить информацию, быстро и вовремя ее передать, чтобы не было потом. Ну, плохо. Плохо. Лучше, конечно, когда мы вовремя узнаем и вовремя эту информацию передаем. Вы знаете, у нас такая классная компания. Вот эта вот смс-рассылка, это просто чудо, что можно было придумать для нас. Практически, ну, как я говорю, я не знаю сколько, процентов 80-90 работы за нас уже делает компания. СМС-очки получают все наши люди, кто правильно указал номер телефона при регистрации. Конечно, получают. И насколько это вот облегчает нашу работу как лидеров, сколько людей нам бы пришлось бы обзвонить, пока мы сообщим вот новую акцию или там новую программу. А вместо того нам люди уже звонят. А ты видела, а ты слышала? Конечно, видела.
И, конечно, большое спасибо нашей компании, руководству, менеджерам и всем тем людям, которые придумали вот такую классную фишку. Я не знаю никакой другой компании, где бы еще вот так была организована работа, как у нас в Амрите. Когда я только-только пришла в компанию, вы знаете, я думала, что достаточно, например, вот ту информацию, которую мы получаем от наших менеджеров, быстренько переслать по электронной почте, там уже сформированная адресная электронная книга, и уже села, жду заказов. Не тут-то было. Не очень-то они спешат прочитать электронную почту, не очень-то спешат позвонить и сделать заказы. Опять же, включаемся мы в работу. Я же, знаете, это называла, мы уже и циркач, и клоун уже перед нашими людьми, и уже свои эмоции стараешься передать. И это, действительно тогда увеличиваются заказы. Просто так отослать или там отправить не работает. Опять же, надо встать, взять телефон, позвонить. Как мы вообще работаем в нашей структуре? Конечно, у нас систематически проходят занятия. И какая бы тема ни была занятия, все равно мы начинаем каждое занятие с, ну скажем там, 5-10 минут обязательно уделяем акциям, вот именно текущим акциям этого месяца, текущим программам, напоминаем, прорабатываем, обсуждаем с нашими лидерами, в чем все-таки фишка вот именно этой акции или этой программы, в чем изюминка. А мотивированные лидеры, ой, как быстро возносят информацию по своим структурам, когда они тоже хотят вот те же результаты, что, скажем, там уже кто-то получил. И еще такой у нас есть секрет, я хочу, наверное, вы тоже этим пользуетесь, наверное, тоже так все делаете. Ну, если, например, в каком-то из месяцев нет вот такой акции, бывает такое? Ну, очень редко, но бывает. Конечно, мы тут же от себя, как лидеры структур, как лидеры региона, тут же объявляем какие-то подобные акции. Ну, скажем, там по сумме одноразовой закупки, ну, в основном, наверное, вот такие, по сумме одноразовой закупки. Для лидеров это одна сумма, для людей это другая сумма. Делаете так? Конечно, то есть мы не даем возможности людям расслабиться, как они нам говорят. С вами не расслабишься. Конечно, не расслабишься. Может, сюда не расслабляться, все-таки пришли. А как вам сезонные акции? Зимняя и летняя. Знаете, я это назвала сплошные подарки. Опять нет повода заработать подарок. Мало того, что эти акционные баллы, они как бы, ну, само собой разумеется, опять же, за продукцию обыкновенные баллы плюс акционные. Конечно, они очень ценные. И сегодня вот мы видели, сколько людей сейчас лифчиков заработали, что там, сертификаты на путевки. Конечно, люди поедут отдыхать за акционные баллы. Все равно мы работаем, все равно мы эти баллы делаем, а тут еще вот такие вот подарки. Конечно, супер. И люди наши настроены всегда, когда прошла, скажем, зимняя акция, мы активно работаем, готовим людей уже к летней акции. И наоборот, прошла летняя акция, мы уже начинаем работу, подготовку к зимней акции. И люди четко знают, насколько ценны акционные баллы. Как же оно влияет на структуру. Конечно же, люди стараются сделать запас продукции наперед, что там надо будет им. Пока еще есть акционные баллы. В основном тоже так, правда? Ну и лидерские программы, они очень мотивируют. Ну, скажем, последняя программа, когда были очень ценные призы. Вот наша команда, конечно, вот как пример. Вот это лидерская программа. Сколько телевизоров там в нашей команде? 5 телевизоров, 3 заработанных, 2 выигранных, 2 ноутбука, 1 телефон, поездка в Карпаты на обучение, на отдых. Прекрасная программа. Как это мотивирует наших людей, как это их заводит? Они тоже хотят так сделать. Ну и, конечно, вот программа, которую нам только что презентовали. Оценили? Поняли, какие у нас возможности? Знаете, я это называю действительно «помоги своим людям». Вырасти, помоги им вырасти в рангах и помоги себе, вот тем же самым. Конечно, это рассчитано на увеличение объемов, на увеличение рангов и на появление новых бизнес-партнеров в нашей команде. Ну что ж, дорогие друзья, желаю всем огромных успехов, желаю всем счастья, желаю всем любви и желаю всем достижения всех ваших целей. Большое спасибо.